Всем привет, друзья мои, с вами Рэй, и сегодня мы будем смотреть, что же мне досталось в Shadow Fight 3 за окончание сезона. Я в легенде был, 3919 очков я набрал, и пора смотреть награды. Так что давайте приступать. Бустер пак сезона, 6-й дан. Давайте глянем, что нам за карты выпадут. Надеюсь, что-нибудь хорошее путнее, и к тому же мне пригодится. Доспех префекта, это не очень хорошо, укрепление, редкий перк. Ну, вроде бы сгодится. Так, эпические дирхорны. Крылья журавля довольно неплохо. Узорчатый доспех тоже сгодится. Крепленные бумеранги, ну, я ими не пользуюсь. И рубины, 150 штучек. Неплохо. Так, эпический, династия. Давайте смотреть дальше. Ну-ка, что нам здесь? Опять крепленные бумеранги, летая каска, чакры света, карусель, это у нас спецприем редкий, и золоченый жилет. Ну, вот эта колодка как-то не особо меня порадовала. Что ж, давайте посмотрим с вами еще одну колоду, что здесь нам выпадет. Поехали. Так, редкий перк, понятно. Заморский тюрбан, крепленные бумеранги, теневое похищение и щипок. Тоже как-то не особо. Во, вот это уже ближе к теме. Легендарный пак, династия, поехали. Ну-ка, три стрелы, вау, легендарный доспех. Ослабление, это перк у нас эпический. Корона демона, легендарный шлем. Позолоченные кинжалы и последнее у нас золоченый посох. Ну что же, ну вот это сгодится. Новый сезон, так, участвуйте в дуэлях, чтобы получать рейтинг и получать ценные награды. Ну это понятно, ребята. Так, ну что, в принципе, как бы и все. Давайте посмотрим, что у нас здесь в шкатулочке выпадет. Ну понятно, учебный посох, золоченый обруч, доспех неумолимого и 2370 золотых. Также можно посмотреть, ребята, в принципе, и бесплатные карты. Но мы можем и зайти в магазин. Так, давайте-ка мы вначале зайдем с вами в магазинчик. Улучшим бесплатно карту свою. Крестьянский доспех. Понятно, короче. А что вообще здесь есть? Может быть, я что-нибудь прикуплю себе, а? Слушайте, вот это вот неплохая карта, да? Смотрите, печать демона. Я, наверное, ее все-таки куплю. Даже не куплю, ребята, а улучшу. Потому что эта карта у меня уже есть. Но нужно 77 800 голды. Нужно немножечко, ребята, заработать. А на чем, пока не знаю. Смотрите, вот они, характеристики моей брони и той. То есть в разы лучше, поэтому, наверное, есть смысл все-таки ее приобрести. Так, ну для этого нам нужно, наверное, пройти пару заданий обычных. Поэтому я беру свою глефу. Как же я без нее-то? Ну и давайте сделаем обычные задания. Да, я не спорю, что они легкие, но тем не менее, давайте их пройдем. А иначе получится у нас слишком короткая серия. Так, здоровье, да? Регенерируешь. Наместница. Хорошо. Я тебе сейчас устрою карнаваль. Оу! Начинается. Ну, ребят, здесь будет очень быстрый бой, потому что, сами понимаете, они слишком легкие здесь. Это для новичков, для обучения. Может быть, еще пройдет, а для меня это проще пареной репы. Так, давайте последний бойчик. Сейчас мы ее заколбасим. Ну все, 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 начали, начали. Опа! Мне же нужно повыделываться все-таки. Я себя чувствую здесь как рыбка. Оу! В море. Да ладно, успокойся, девчина. Оп, оп. Ага, теперь моя. Оу, не настала еще моя очередь, ребят. Нет, я, конечно, могу сейчас теневой удар сделать, и она сразу упадет. Нет, не упала, к сожалению, сразу. Тогда гарпуном ее. Ну что же, добивочный. Давайте шаром. Пока, роднуля. Ну что же, это было предсказуемо, ребята. Но у нас еще один поединок будет. Опять же легкий. Так, сколько мне дадут денег? Маловато. Но зато два кристалла мы с вами получили. Стальной шлем.
Так, рекламу я смотреть не буду. Это сейчас не актуально для меня. Давайте последнее сделаем задание. Так, подожди, игра с мячом нам не нужна, вот. Передышка называется миссия. Ну давайте сделаем передышку. Так, ускоренное накопление теневой энергии у этого чувачка. Неумолимо его звать. Оу! Вот тебе и на. Смотри-ка, а. Это, ребят, на изи называется. Ха, правда, он здоровье нисколечко не отнял. Я думаю, что будет, да, идеальная победа. Ну что же, второй раунд. Давайте-ка его. О, тут уже другой кто-то, легионер. Да ядрёно. Хорош тут прыгать, попрыгунчик. Так, по-моему, моя очередь наказывать его. Опа. Давай еще. Да ё-моё, ну куда ты прыгаешь, Рей? Ну, в самом-то деле, а. Промахнулись. На. Там и слег, короче, ребят, он. Я надеюсь, на этом все. Идеально. Мне нужны сейчас деньги. Мне нужна голда, ребят. Я хочу себе приобрести тот доспех. Так. Нагрудники пуриста. Танец с мечами. Вот, кстати, танец с мечами — это довольно неплохо. Ну, а здесь нам достается роба-монаха, 180 голды. Ну, и реклама пошла на кое-куда. Так, еще одна. Во, еще 170 монет мы получили. Так, у меня 77 570. По-моему, маловато, ребят, да? Или же нет? Давайте-ка мы зайдем в магазинчик, сейчас приценимся. Ёлки-палки, совсем немножко не хватает. Ну что же, я тогда думаю, что нам надо с вами сходить на дуэль. Да, там с одного боя мы заработаем себе недостающую нам сумму. Как вы понимаете, я беру вот эти вот булавушки и с помощью них буду наказывать. Ну и естественно, я за это время пробегусь, достигну ранга легенды, и уже в следующий раз мы опять с вами посмотрим, что нам выпадет. Ну а теперь будем наказывать берсеркера. Так, подожди-ка, подожди-ка. Не надо суетиться, братюня. Смотри, что делает. О, это мой самый любимый прием, ребят. Наказывает просто на ура, блин. Да ладно, я еще и проиграю, что ли, здесь? Да, скорее всего, ребята. Да ладно. Слушай, успокойся. Нет, все-таки я его пробил. Вот у этих булав есть один хороший плюс. Они пробивают броню. Да, несмотря на то, что ты будешь стоять в блоке, ты все равно будешь получать дамаг, ребят. Ну что же, давайте, поехали. Ну, кстати, вот я вот вам скажу одно, ребят, что вот эти вот с мечами чувачки, кто пользуется катанами, они очень жесткие, очень шустрые, лихие и довольно приличные наносят урон. А я, как говорится, медленный, никудышный, но тем не менее я выигрываю. Так, ребята, все, по-моему, с деньгами у нас нормуль. Я заработал нужную мне сумму. В данный момент я нахожусь на ранге герой. То есть мне еще расти и расти. Но это все, поверьте мне, будет очень быстро. Вот герой, потом чемпион, мастер и легенда. Чтобы в легенду, нужно 3000 кубков получить. Ну, поверьте мне, это часа два для меня драки, и все, я уже буду в легенде сидеть. Так, давайте теперь в магазин и будем покупать вот эту вот броню. Да, красивая, очень хороша. Пластинчатая мне не очень нравится. А вот это вот будет мне, пожалуй, впору. Ну что же, улучшаем. Так. Блин, почти 2000, ребята, мощей у этой брони. Так, теперь я хочу ее, естественно, надеть на себя и посмотреть, как это будет выглядеть. Да, в разы, ребята. Ну что же, давайте оденем. Ну, конечно, смотрится не айс с этой шляпой, но тем не менее. Так, регенерация у нас стоит, а поставить лучшего нам нечего. Так, загнанный зверь, это я не хочу. Вот, ребята, шквал, пожалуй, я, наверное, и оставлю. Так, укрепление. Ну да, в принципе, я могу сказать одно. У меня на этой броне нормальные стоят перки. Так что все у нас пока хорошо. Вот так вот я выгляжу.
Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте будем завершать. Это был у меня коротенький такой обзор на паки. В принципе, для этого я и снимал. Ну и, как говорится, для кучи купил и броню. С деньгами никаких проблем не будет. Пока я дойду до легенды, я, наверное, 1030-40 заработаю. Так что, возможно, в следующей серии, если не будет никакого ивента, мы с вами увидимся и посмотрим, что же нам там достанется. Ну а на этом все. Всем пока и удачи, ребята. До новых встреч.